Nos gustaría preguntarle qué le motivó a estudiar ballet. Nos gustaría saber su historia. Ну, вообще, нужно, конечно, начать с того, что поступила в Вагановскую академию я очень спонтанно. Это был, да, такой сюрприз, и мы сами не знали, что я поступлю. Однажды летним днем мы с семьей шли мимо Вагановской академии, и мы увидели, что там будет набор в первый класс. И мы решили попробоваться, то есть мы шли мимо здания Академии, и через несколько дней было объявлено, что будет набор, и просто вот так вот спонтанно, ниоткуда, просто увидя это обновление, объявление, мы, да, решили попробоваться, и меня взяли в Академию, и я решила пойти в балет. María no había planeado entrar en la academia desde la chiquita. Fue algo espontáneo, completamente. Un día de verano pasaban con sus padres cerca de la Academia Vaganova y encontraron un anuncio que en un par de días comienzan exámenes. Entonces decidieron, ¿por qué no vamos a probarlo? Y así entró en los exámenes. Но еще нужно сказать, что вообще моя семья очень давно любила балет, и я попала на свой балетный спектакль впервые, когда мне было 3 года. Я посмотрела балет «Щелкунчик» в Михайловском театре, и поэтому в нашей семье вообще идея балета, она была, она жила, и все очень любили театр и балет. Поэтому на самом деле даже и художественный гимнастик у меня отдали, потому что она была похожа на балет. Но мы не говорили о том, чтобы поступать в Вагановскую академию, и само поступление произошло спонтанно. Sí, y la familia de María les encanta ballet, les encanta teatro. Primera vez ella fue a una función de ballet a los 3 años en el Teatro Mikhailovsky y toda la familia todo el tiempo adoraban los bailarines y por eso comenzó con gimnasia rítmica porque era muy parecida a lo del ballet. Muy bien. María, nos gustaría preguntarle, una vez que ya comenzó los estudios en la Academia Vaganova, ¿qué fue lo más interesante que pudo experimentar en esos años y lo más complicado? На самом деле, так сложилось, что все самое сложное и было самым интересным, потому что сложнее всего, конечно, было выдерживать многочасовые репетиции и выдерживать и общеобразовательные уроки, и специальные дисциплины балетные, такие как классический танец, дуэтный и характерный, и в то же время еще репетировать для спектаклей. Lo más complicado, exacto, fue lo más interesante, porque fue un desafío, un reto, aguantar las horas y horas de ensayos y de las clases, porque tienes que estudiar la danza clásica, danza de dueto, danza de carácter, y además tienes que cumplir todo el programa general de estudios. Eso fue lo más interesante. Но, конечно же, несмотря на то, что это было сложно, и для нас в то время, когда мы учились в академии, было действительно немножко непривычно много репетировать, но в то же время это было ужасно интересно, потому что у нас был шанс приготовить какие-то вариации, какие-то роли на сцене Мариинского театра, тогда, когда мы еще учились в Вагановской академии, и уже почувствовать себя настоящими артистами. Поэтому это, конечно, было очень интересно, и мне всегда нравилось создавать именно образы на сцене и превращаться в какого-то персонажа. Y lo que le gustó más a María fue crear un papel, ¿no? Entrar en papel de personaje en el escenario. Y eso fue también muy interesante, muy importante en los años de estudios en Academia Vaganova, porque ensayaban muchas horas, pero eso lo que motivaba, porque sabían que podían después bailar en la escena del Teatro Mariinski mientras estaban en la escuela todavía como estudiantes.